Ух ты, какой-то домик тут новый построился. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смёб. И сегодня я покажу, как убивать ботов на примере Раптора. У него 10 тысяч хп. Есть, конечно, боты посложнее, но он тоже достаточно сложный. И убивает он вас за 2 тычки или 3. Даже если у вас очень хорошая броня. Итак, что же вам понадобится, чтобы убить босса? Несколько МП-5, желательно 2. Потом вам понадобится 1000 патронов. Потом дерево, камень, план постройки, киянка и несколько спальников. Как видите, есть проблемы некие, поэтому я и говорю, нужно спальник еще. Мне не сложно записывать такие видео, зато людям, которые не знают, как убивать этих боссов, они очень даже просты на самом деле, просто их очень все боятся. Так, мне повезло, я возродился, воскрес, так сказать, и сейчас буду продолжать попытки нападения на этого босса. Я попозже покажу, как построить базу такую вот. Ставлю спальник, но он тут не обязательно, я близко живу. Итак, начинаем убивать. Как же убивать? Все просто. Желательно, чтобы вы видели только голову, чтобы по ней попадать. Ага, он там застрял. В общем, так и убиваем его. Как видите, NPC обычно вот так и залагивают, и тогда их очень просто убить становится. Как вы видите, у него уже 7000 хп. Если бы я всегда попадал в голову, у него бы было сейчас намного меньше. Так, 4000 хп с хитов в голову. Очень быстро можно убивать этих боссов. Так, все, оружие сломалось, меняем и продолжаем стрелять. Глушитель, кстати, не нужен, меньше урона из-за глушителя. Почему М-ка, кстати? Ну, потому что тройной клик, и отдача у М-ки с трех кликов, она вверх. То есть, а если калаш, то она куда-то в бок, непонятно куда. Конечно, с калаша тоже можно, но, во-первых, патроны, их довольно... трудно добыть. Ну, не трудно, но намного сложнее. И во-вторых, М-ки постоянно даются при том, когда вы умираете. Точнее, когда вы возрождаетесь. Итак, ну, в общем, босса-то я убил. Сейчас посмотрим на лут. Найти, вот. Генераторы тестовые. И вот такие вот всякие прикольчики. Но самое главное, это вот с Раптора выпадают тестовые генераторы. Я бы мог пойти на Хэви или Франкина. С Франкина выпадает металлолом. С Хэви выпадает то ли яйца золотые, то ли пакетики с кровью, то ли ягоды. Короче, что-то такое. Не помню. Построечку, соответственно, можно вот ремув написать в чат и сделать вот так. Давайте я сейчас вам покажу, как строить эту кибитку. Ставим фундамент, потом стены, потом такую стену. Это все апгрейдим, потому что NPC, они ломают ваши постройки. Хоть тут и нельзя разрушать постройки других игроков, но у NPC есть как бы права на это. Дальше строим вот так стенку, потом... делаем вот такие стенки и строим опять пол. Апгрейдим. Но это именно так я делаю. Я так сам начал делать, и у меня это вошло в привычку. То есть я ни у кого не смотрел, но потом когда-то был случай, что я с игроком вместе на босса начал нападать, я его только потом заметил. Ну и, естественно, босса убил больше я, чем он. Он почему-то вылетел, так бывает. Итак, в общем, вот пристройка, застройка. Потом вы сюда ложите спальничек, вот, куда-нибудь. И вот так это со стороны выглядит. Как забраться? В принципе, NPC настолько глупые, то что вы можете даже вот так сделать... пристроиться, поставить какие-нибудь ступеньки вот так вот. Прыгайте и вот сюда. Соответственно, никаких тут преград, чтобы убивать NPC, нет, кроме вот там, если он станет за этой штучкой. Ну а потом, чтобы не расходовать фундамент там или что-то такое,
просто ремув командой. Такой вот лут упал мне с раптора. Раньше мне везло, почему-то было по 5 генераторов тестовых. Вообще все по 5 падало. Но, скорее всего, это просто пофиксили. Это было фича, так сказать, того времени. Заходите на сервер Lightbeer, ссылка в описании. Хороший сервер, отзывчивая администрация. Ивенты, как видите, очень много ивентов. Они спавнятся очень часто. Порт-ивент, потом ивенты с этими. Раньше еще были рейд-базы, но сейчас убрали, потому что не пользовались популярностью. Всем удачи, хорошего настроения, всем пока.